Привет всем водителям, любителям спецтехники. Сегодня, короче, у меня работа за городом. Погодка у нас 0 градусов. Все тает, и вот опять у нас буран. Нужно прочистить дорожку, дачные участки, домики и дорога. Нужно почистить, расширить. Что мы сейчас и делаем. Протяженность дороги не знаю, километра 2, наверное.
остановочку, когда откатываемся назад, плавненько делаем. Зацепа нету вообще. Сейчас уже не только грести, сейчас бы самому подняться уже в гору. Попробуем на второй повышенной выпрыгнуть. Идем на второй повышенной. Не люблю я, конечно, так напрягать покрутчик. Но выбирать не приходится. Выбора нет. Ну вот, дошел до конца главной дороги. Сейчас здесь развернусь и в обратную сторону. Здесь меня попросили почистить закоулочек, тупиковая улочка. Ну, видимо, вот в том дальнем доме кто-то проживает, или частенько приезжают. Вот тут, ну, может, за зиму раза два, может, чистили у него. Ну, снегу вон по высоте ковша, почти колеса скрывают. Снег сырой еще, прям тяжелый. Отваливать только налево надо, в правую сторону, вроде как попросили не скидывать снег. Вот тут минут 30 я потерял тоже времени. И в процессе самой работы тоже на этих дачных, в этом дачном поселке подходят, то одним надо сделать, то другим. Но времени, лимит времени тоже не позволяет. Кому что успел сделать. Самое основное сделал, ну, тоже просто первый раз в этих дачных участках я работал. Если бы я постоянно там был, так я бы знал. А так тут полностью, если вот то, что тут надо делать, это часов 6-7 надо. Вот это вот
каких местах приходится снег вперед перетереть, кантовать его. Еще под снегом, не знаю, что я там вот где-то трубу опять же упёрся. Вот, водотруба идет. Ну, не порвал я ее ничего. Хорошо. Здесь через лог дорога, видимо, отсыпана, а как ложбина идет. Снег как ковер скручивается. Ну не знаю, в гору вылезет, не вылезет у меня. Будем под горочку стараюсь до грунта брать. В таких вот местах особенно. Я вот сейчас в самом низу в ложбине сижу. Потому что сзади вот опять гора. Если бы я до грунта не взял, все, я бы тут сидел. А тут за цебурит я хоть на скорости да выпрыгнул. Вот такая вот ситуация. Работаем дальше. То есть с города я сейчас могу и до грунта не брать. Я главное знаю, что я отсюда вылезу уже. Thank you.
бы погода, спокойно бы ушел. Сантимов 5-10 взял и пошел. Тут тоже не надо. Только начинал пробуксировать, лучше остановиться, откат сделать. Пробуксуешь, потом уже не поднимешься. Сейчас попробуем побольше содрать. Более-менее зацеп. Видимо, гном достал. До земли достал. Здесь полетел, такой участок, что подъем, снег сырой, дорога мыльная, скользкая, снег тяжелый, еще узко. Вот тут вот асфальт как раз в ширину ковша. А слева ложбина, справа тоже проваливаюсь. Еще откидывать надо снег. Откидывать тоже некуда. Вообще я тут на подъем только минут 40 потратил. Но тихонечко выбрался все равно. Тут назад, когда откатываешься, очень надо аккуратно притормаживать. Чуть юзом пошел, все, еще откатываться надо. Короче, снег такой налень получается и все. Попыхтел я тут. Грузчик практически, здесь, он пониженный, уже не выйти, но чуть-чуть поменьше возьмешь, ну, все, он не идет. Спокойно. До грунта грести, до асфальта. Тоже это по полметра не грести. Полметра толкнул, пока зацеп был. Зацеп кончился, колес, все, остановился подключил. Сложный участок, очень сложный. Отваливать некуда. Справа, слева забор. Вот только вперед перекидываешь его. Никак не идет. Зацепа вообще нет, буксует. Вот беру, да, там испачканы. Беру, да, испачканы.
вот, еду в обратную сторону. Пробила я эту улицу с большим усилием. Вся улица в горку получается. Сейчас вот под гору иду. 2 часа времени потерял на нее. Ну, 1.5 точно. Сейчас еще хуже стало, чем утром. На ровном месте погрузчик буксует. На улицу пробил. Сейчас параллельно еще такая же улица, даже она еще длиннее. Наверное, я ее делать не буду, у меня еще 2 объекта. Я по времени не успеваю. И они еще хотят дорогу, чтобы я им расширял главную. Я просто не успеваю. Если бы я здесь хоть раз был, я бы уже знал, сколько примерно по времени. На этих погрузчиках только задок застрянет, все, считай, сел уже. Передок еще ладно, вытащишь. Задница подзастряла, подстащила ее немножко. Все, сидишь. Когда только увяз, все птички пропасть. Это вот об этих погрузчиках говорится. Вот, в принципе, работу тут закончили. И на обратном пути остатки дорогу доделываем. То есть я когда в сторону этих дачных домиков ехал, я правую сторону сгреб. Ну и сейчас также правую сторону. То есть в ту сторону это Бог делал. Сейчас это, ну, как бы расширяю дорогу уже. Также в правой стороне всегда расширяешь эти дороги. Ну и бровки убираешь, тоже посередине остаются. И все, тут говорю, 2 километра дорога до трассы. Еще попутные машины еще там попадали. Тоже очень нервируют они. В самый неподходящий момент, когда полный ковш у тебя наберется и откидывать надо, и они тут еще встают. А куда деваться, тут такие проселочные дороги.